в наше время очень многие пользуются кондиционерами. А вот как чистить фильтры в кондиционерах и вообще, что это нужно обязательно делать, а мало кто знает, и мало вообще кто понимает, как это вообще делать. Сделать это может любой человек, абсолютно. Ну, кто умеет лазить по стремянке, потому что кондиционеры стоят обычно у нас высоко, висят. Вот я сейчас лезу и вам показываю, как это все делается. Смотрите. Вот. Конечно, надо одной рукой неудобно и снимать. Надо это двумя руками с двух сторон. Просто вот эту крышечку у всех кондиционеров абсолютно одинаково приподнимаем. Вот. Приподняли. И вот тут находятся такие фильтры. Вот один я уже помыла. Вставляю его обратно. Абсолютно, они вообще абсолютно легко вставляются. Вот. Вот. И вот я вам сейчас покажу, что вот тут я помыла этот. Этот еще не мыла. И хочу вам показать, что вообще здесь происходит. И вот смотрите. Какой мох. Потом просто несем в ванну, в раковину, поддон душевой, неважно во что. Включаем душ и смотрите, что происходит. Вы представляете, какой эффект? И этим, ребят, мы дышим. Вы представляете? Поэтому, дорогие мои, чтобы не размножать бактерии, почистить фильтр в кондиционере может абсолютно любой человек. Абсолютно. Даже ребенок. Видите, вот он совсем беленький, чистенький стал. Все. Осталось его вот так поставить. Можно оставить на полчаса. Но я даже не оставляю, потому что я его сейчас включать не буду, кондиционер. И все, и обратно ставим. Всем здоровья. Вот и также его абсолютно обратно, вот даже прям одной рукой все это делается. Ставим и закрываем крышечку. Все. Берегите себя, своих родных и близких.